саженцы азалии гибридный Pink Delight, Zelian Uphill Pink Delight, подойдут для украшения сада в пастельных тонах. Цветы этого сорта нежно-розовые с лососевым оттенком, на отдельных лепестках присутствуют незначительные желтые вкрапления. Они собраны в крупные соцветия, до 8-10 см в диаметре, и появляются на побегах в большом количестве. Цветение наступает рано, еще до распускания большинства листьев, и длится с конца мая до конца июня. Азалия Pink Delight – пышный кустарник до 1,8 метра в высоту и 1,6 метра в диаметре. Он эффектно смотрится в одиночных посадках, а также популярен в ландшафтном дизайне с другими растениями. Расцветает одним из первых. Азалия гибридная Pink Delight – это многолетнее растение. Азалия прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для кислых почв. По типу ствола азалия гибридная Pink Delight можно отнести к группе кустарники. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.